Всех приветствую, мои дорогие друзья. И сегодня мы начинаем проходить The Walking Dead сезон 2. Малюта. Игра. Выбор главы. Эпизод 1, все, что осталось. Перенос сохранений сезона первого. Переносится все. Ходячие мертвецы сезон 2 основывается на выборах после и последствиях первого сезона. Игра автоматически будет искать на вашей системе сохранения первого эпизода. Лук. Обнаружено сохранение из первого сезона. Теперь вам нужно выбрать слово сохранения из сезона 1 и продолжить свою историю. Выборы для незавершенных эпизодов будут сканировать случайно образом. Ок, у меня все пройдено. Игра 1 завершен. Да. Предыдущих сезон игры у года, даже в предыдущем сезоне что покажут? What's your name? Как тебя зовут? I'm Clementine. Клементина. You've been all by yourself for this. I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now. Теперь этот мир так работает. Ли, все плохие люди мертвы. I hope you know what you're doing. Ты знаешь, что с ней делать? I got it. Я упала. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. Люди. That means it must be значит, where my mom and dad are. Значит, там могут умереть родители, мама и папа. Кремсин, я думаю, тебе будет небезопасно остаться самим. Клементина! Клементина! Понимаешь, я знаю, что значит быть отцом. Она не будет подвергаться опасности, как это было с тобой. Я его жестко задушил. Ли, я видел своих родителей. Это хорошо. Можешь оставить меня, ничего страшного. Ты можешь пойти со мной. No, нет, милая, я не могу. Все будет в порядке. Okay. Не старайся на это старать меня еще раз. На тебе беда и Кристо. Я как наркоман с перевязанной рукой. Такой нарик по вене там забился. Я сижу такой. Типа сказал, притащи девочка мне еще кокс. Ну, не важно, не будем шутить на такие драматичные моменты. Все, показали, что. А, представляю. Поддержки Skybound Entertainment. Все тоже. Эпизод первый. Все, что осталось. What do you think? Что ты об этом думаешь? Oh, Mitch, you can't be serious. Ты же не серьез. I am. Серьез. Вполне. We are not doing мы так не поступим. Why not? Почему because. Нет? Потому что. Неплохо. Ну же, Криста, что плохого в Амиде? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Одного тебя достаточно. Clementine, a little help here. Omid хороший? No. Это не важно. Omid Junior? No. А что если это девочка? Then we name her Krista. Но мы зовем ее Криста. But I'm Krista. Но меня зовут Криста, не хочу называть ее Криста. Это just confusing. So name her Genevieve. Так назови ее Женевьев. How can you not care? Это может быть не все равно. You're not taking this seriously. Ты же не серьез об этом. I take everything seriously. Я отношусь ко всему серьезно, особенно к будущему маленького Амида. Keep talking. You'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Выходные в Вегасе.
Почему бы тебе, ну, привести себя в порядок в комнате девочек, Клэм? Надеюсь, что там есть рабочая раковина. Я об этом не решил. Только будь осторожен и следи за своими вещами. Уйдем за соседней дверью. Окей. Хорошо. А чего хотите там сделать вдвоем? Почему она тогда пошла в мужскую? Это что это за... Hello? Эй. О, за Клементином. Опа. Ну-ка. How gross. Чё ты не резко открываешь так вяло? What's that? Oh my god. Что это за жесть была? О. Все чисто. Даже целое, нормально. Можешь сходить, как поселиться хочешь. Хорошо, здесь никого нет. Думаю, здесь безопасно. Не можешь привести себя в порядок. Оп. А чуть-чуть грязно. Как-то интересно, ты испачкался. Ух. Опа. Воды есть. Чукран. Там явно ничего нет. Please have water. Где здесь есть вода? Ага, морал. Конечно. Кто бы сомневался? Ну кто бы сомневался? Так и засходит воду, ее же можно попить. Такой. Что это было за наигранность какая-то, как-то специально я столкнула. Так вот туда закатила. Да ладно. Неужто сюда в первую? Или вообще в последнюю закатилась? Ну, нихера себе. Что-то она вообще далеко. Нам подкрутить тут бутылочку. Давай-ка. Как она реально так скинула её? Ага. Ли? Ой, в женском обличии? Что там такое? Ну-ка. Она копается в моих вещах, перебей её. Я уже отсюда слышал. Как бы это, брать чужое нехорошо, я не понял. Не знаю, что бы я делал в такой ситуации. Что за напряженность, я не понял. I see you. Я тебя вижу. Get out of there. You're not fooling me. Ты меня не услышишь, кто ты? Оставь меня в покое. Come on out now. Leave me alone. Don't think I will. Даже не надеюсь на это. Подожди. Что там за говно? Помощи настройки. Управление. Так. Не то. Да не, почему помощи настройки? Там пишет что-то. Это все понятно. Игра. Графика. Даже не... не то. Но будет все равно писать это говно, что в молчании допустим ответ. Хорошо. Why not? Почему? Are you stupid or something? Или как? Что за оскорбление, не понял. Get out here. Слезай. Got anything on you? Все что-нибудь есть? Come on, let's see. Мы посмотрим. Это все, что у меня есть. Как тебя зовут? I ain't gonna ask again. Я повторять не буду. Ты не обязан. You don't have to do this.
It's mean. You've got to be mean to keep going out here. Здесь тобі спойлер, що вибачте. I'm not mean. Я не подла. Yeah, and who got your gun? Хотіли з пістолет. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. Не ври мені, я отоврір. Give me what you got. Задира просто. I'm not screwing around. Come on. Я що нужен? I don't have anything. Give me that hat. Дай сюда кепку. Нет. Чё все кепку? Откуда она у тебя? I asked you a question. Я задал себе вопрос. Я убил кого-то из них. I killed someone for you. Ты убила? Killed? Just give it to me. Давай сюда. Ты чё за дира реально какая-то? Junk, junk, хлам, junk. Хлам, хлам. Look at all this junk. Только посмотри на этот хлам. Shit, херня, shit, херня. And more shit. Ещё больше херня. Why you ain't got nothing good? Нет ничего полезного. Not like the last people то, что у предыдущих they людей что-то было. У них было полно всякого барахла. Это был хороший улов. You ain't got nothing good. У тебя нет ничего полезного. You're just a little fish. Ты просто маленькая рыбка. You gonna cry, little fish? Поплакать маленькая рыбка? Че, я жизнь? Это твой папочка? What a bozo. Какой баллон. Вот это жесть. Чё она такая, её жизнь там покарала, видимо, что она так ко всему относится. Ага, ещё она попала в Амида, ё-моё. Мы теряем! Ну да, это так, херо. Мы теряем, кого любим. Это же ещё с Риан с нами оставался. А ты что делаешь, говно? Мочи эту говно. I didn't mean to, I didn't mean to. Мочи её. I didn't mean that. Вот да. Вот это заслужено. О, господи. Амид. Амид, нет, чувак. О, боже, Амид. Амид, ты слышишь меня? Амид. Чё, теперь хочешь начать своего сынка Амида? Теперь жёстко. С самого начала такая жесть начинается. Это вообще не радует. Ходячие мертвецы. Это чувствуется ходячие мертвецы. Сразу же напряженочка вначале такая. Это сохранение. 16 месяцев спустя. Нихера прям так проходит. Такая уже серьезная сидит. Да, да. Криста, поговори со мной. А тебе пузо? А, ну 16 месяцев. Какое пузо? А где ребёнок? Я реально не помню второй сезон. Ничего не выйдет. Только посмотри, жалкое зрелище. Хотя я помню, ветки слишком сырые, чтобы гореть. Здесь больше огня. О, тут тервизия теперь. Тем более мы поедим только на зал. Все, я хорошо, я приеду. Все, что мы делаем, ждем. Вот только чего. Тебе следует научиться самой разжигать костер. Tending a fire, разжигать so костер, you can чтобы cook and stay warm. И согреться, то знаю, это уметь Клементина. Иначе... Станешь Эмин. Нужно идти дальше, нам нужна группа. Эмин хотел научиться. Незадолго оставаться на месте. Это слишком опасно. Нам нужно идти дальше. Все, что мы делали, все, что мы делали, это шли, но раз мы куда-то добрались. Ну видишь, какой-то привал, сидим, значит добрались ли туда? Я замерзаю. Если думаешь, что здесь холодно, то подожди, пока мы доберемся до Веллингтона. У нас впереди еще пара трудных месяцев. Сначала будет слякоть, затем лед, а после снег будет тяжко. It won't be easy. Блин, как я сейчас хожу под снегом, это просто жесть. Веллингтоне безопасно. В Веллингтоне. Там будет много лучше. Is it safe there?
безпечнее, чем здесь, из-за холода. Орать так говорят. Там просто нужно идти на север. Точно там же как-то можно принять, где север, где юг, где запад, где восток. Я хер вообще пойми как. Я скучаю по Ли. Так что беда нет с нами. Нам же добраться до Веллингтона. Еще не угадаем. Делаем все, что в наших силах. Пойду поищу еще ветку. И я поддерживаю огонь. Что-то такие разговоры вялые. Прям как у меня настроение сейчас такое. Вяленькое довольно. Че, это вообще не понимаю, что это такое. Покушать можно, мэм. Стейк. И что-то там... О! Иди зажигалку, что ли. Али. Красавчик. Рисунок. Ага, это тот рисунок. На минус 3 произошло. Зажигалка вот. Куда есть зажигалка? Без бабочки. Это делает зажигалку более женственной, да? Он может подкинуться в костер. Во, можно гротать, типа. А, нажмите и удержите левую кнопку мыши, чтобы залезть. Оп. Ага. Больше возможностей. Опа. Подпали. Блин, под дождем. Херово, конечно, делать. О, нихера себе, вот это она разжигает костры. Крыса даже лучше, но все еще мало. Пламя слишком слабое. Ну это надо потом уже будет. This might burn. Должно загореться, да ладно. Она ж сырое или нет. Ну-ка. Здесь полено, здесь рисунок, лишь фатали. Нифига себе. Что это за жесть? Чего-то ли это, блин, оскорбление? Ту. Че, ты прикалываешься надо мной? Или издеваешься? Да, издеваешься. Ты пиздец, который ты издеваешься надо мной. Да я бы тоже пересрался, был один в лесу, и кто-то орал. Криса, ты вообще куда-то шла? Я уже забыл, куда она дошла. Куда? А куда вообще Кристина пошла? Не на раз 11. Говори правду и переписываешь. Ага. Это не. I'm by myself. Bullshit. Врет, она лжет. Не ври мне, блядь. It's just me. Come on, guys. Ответь, блядь. What the fuck? Криста, беги! Эй! Конечно, плечи, ё-моё, что ты кинет. Где ты, дед? Куда где? Красавчик, с баров. Нихера себе, чё там? Серега, ты на кино ходишь? Иди сюда, живо, твою мать. Я слышу. Чёрт. Иди сюда, мать. Нифига себе, ты прям чёрт. Leave me alone! Fucking running!
спящий, который я не тебе дал попробовать. Такая мелкая и взрывается. Jesus, are you fucking kidding me? Нифига у него бомби. Давай, налить-ка ещё. О, нихера себе, вот это... Это жалко, конечно. Чёрт. Я вообще точно не помню. Играл, наверное. Никогда я не играл. Да много дал! Бегу, серьезно, на шуте. Да я как-то с перчатки промокают, я бомблю, потому что холодно рукам вообще, штанишники из этого обветрились. А она тут в реку упала, ё-моё. Это просто, ого, уже. Конечно, сдохнуть можно. River runs cold. Блин, это точно она... Я уверен, что она холодная, мазафака. Куда её снесло, что это вообще произошло, это просто поехавшись. Она ещё успела... Не знаю, она заснула или вырубила, но, скорее всего, вырубилась. Хотя, если через интересно, вот здесь... А, наверное, да, захлебываешься. Это считается, как она поспала или нет? Следующий аниматор. Hello? Эй? Красталик-то так. Лагерь, что ли? Ого. Нихера себе. Кому-то не очень повезло. Ага. Паркурчик. Да там чуть-чуть не хватает. Какая-то она подтянуться может. Что-то какие-то слишком накачанные дети пошли. Что-то про... Криста, ты здесь? Конечно, да, она здесь. Она поплыла с тобой по реке. Могила. Что-то так все подсвечивается. Мне это не нравится. Вообще стройки, управление. Управление очень сложно. А вот бы даже можно ускорить шаг. Предметы. Аудио-видео. Это субтитры выбраны. Игра. Интересно по У. В смысле, если отображение стандарт. Минимальный. А вот. Минимальный. Все. Готово. Готов. Могила его. Ходячий. Давай смотрим. Теперь я тут почти ничего не помню, поэтому... А могила. Спортсила. Курение могила. Курение могила спортила. Чё, это все, что можно сделать? Тропа идти. Большой. Ты, конечно, нихера себе сразу в тропу идти, блин. В лес еще идти. Это ж, блин, обоссаться как страшно. Че никто ничего не боится. Это я не понимаю. Хотя вот более-менее светло. Ну все, это вообще светло, я бы даже сказал, более-менее.
Просто реально все светлее и светлее. Светлее, вот даже нет теней никаких, что это. Ну, чуть-чуть какие-то какашки. Не знаю, что это. Знаете, что вас окружает? А, у вас могут быть черные медведи. Давай еще раз поставить. Нельзя. Черные медведи, койоты, я только заметил. Оп. Опа. Нормально. И чё? Просто в какой-то лес забрели, ё-ма. Это чё? Это чё такое? Ветерок. Тоже помню, иду. И блин, в рожу этот ветер дует и дует, и он не перестает, не перестает. Дует и дует, и ты хочешь уже такой от злости. Давай, дуй еще сильнее, чё так слабо, давай. Посильнее. Ширяно, это просто бесит. Когда ветер дует. Обоссаться. Какой-то жопе мира. Хватит меня пугать. Подождите. Что такое? Пёсик! Вот еще и добрый. Ой. It's okay, boy. Все хорошо, дружок. It's okay. Все хорошо. О! Остановить чайник собаки. Где ты хотя погладить собаку? Okay. You ладно, don't like тебе that. Это не нравится, поняла. Прости. What's he doing? Что он делает? Собака уж интересной было бы походить. Hey, эй, ну что нашел, дружок? Куда ты побежал? Подожди. Что-то собаку нашли нормально, ё-мо. Друзья новые находятся. Однако. О. Шелтер. Эй. Hello, ты же привет. Просто эй. Похоже, на этот лагерь заброшен, но проверить не мешает. Let's look around for some да, food. Поищем еду. Так, фургон, сразу же. Что-то у меня мышка уже наведена, знаете. Оу, семейка. Looks like they were a happy family. Похоже, что они были счастливы. I hope they left some food здесь у них behind осталось somewhere. Немного еды. Только об этом я думал. Коробка. О, кукла. Nothing edible. Ничего съедобного. Да ладно, типа, куда же ты заберешь? Типа просто красотища. Палатка. I think anyone's been sleeping думаю, in here. Никто не спит? I can't трудно tell. Сказать. Maybe we better not wait around to find out. Чтобы узнать. Так. Палатка. Оп. Hey boy. Эй, дружок, what's the matter? Shh. We have to тише, be quiet. Нам нужно посидеть тихо. И полай пока ладно. Собаки лают, да, господи. Ми, как ми. Меня тошнит от этого запаха. Там что-то нездоровое. Ага. Ходячий там, вижу. Есть ножик. Okay. Все в порядке, он мертв. Вот, и укус, похоже, он пытался срезать его. But that never works. Но это не работает. Ever. Никогда. Все Али напоминает. It's okay. Все хорошо. We're мы smart. Умнее, а он He's нет. Not. Мы умнее их всех We're вместе взятых. All of them.
Stand back, okay? Еще разок ему ума. Да ладно. Это все. Что-то слабенький. А ну вот. Давай-ка. Опа. Я надо не все. Херач. Давай, во-во-во. Во, теперь понятно, что все хорошо, мозги. Видишь, надо держаться от них на расстоянии. Карманы? I like to think мне that хочется думать, что они alive, чтобы тебя жив, он бы хотел помочь тебе. Ничего. У, бомж. О, понятно, что ножик сходит. Ножик это самое основное. А ближе кровь. Почти. Довольно острый. Still pretty sharp. At least we found something useful. Мы нашли что-то полезное. Мы не ряжем спать на голодный желудок, согласен? Всё, да? Ну, на этом, я думаю, можно закончить. Потому что Клементина уже всё настрадалась, всё наделалась. Да. Такое. Пока. Так. Знаете ли. Непонятно. Не очень особо. Непривычно, я бы сказал даже. Ну, нормально. Нормально. Следующая серия уже сейчас будет подходить, записываться, да-да-да, не теряйте. Всем пока. С вами был ваш любимый сексуальный Никорук.